блин, последние годы на... Команда из Измаила. Ребята приезжают на интересных машинах и показывают достойные результаты. За них стоит удалить. Но, думаю, за время наших соревнований у каждого из зрителя есть свой, образовался свой фаворит, за которого болеют, которому желают удачи и держат кулаки. Ну, надеюсь, что, конечно, каждому повезти не может, и все-таки...